Каждый вечер для Дмитрия Петелина теперь начинается одинаково. Он садится за компьютер и начинает рисовать. Сейчас я хочу немного поправить плечо моему Синатре. Он получился немного горбатый. Ни лень, ни отсутствие вдохновения, ни даже болезнь его не остановит. Парень поставил перед собой цель – за год нарисовать 365 портретов известных музыкантов, то есть по одному в день. Самые сложные портреты были первые, потому что, ну, все-таки, когда их уже нарисуешь сколько-то штук, рука набивается и начинается уже, ну, просто рисование в удовольствие. Первым у меня был Сергей Бабкин. Вот сейчас я смотрю на него, вижу, что в нем было надо очень много поправить. Вот вижу ошибки, но этого специально не делаю, потому что я его закончил. Рисует Дмитрий в специальной программе. Вместо карандаша и листа бумаги – графический планшет. Первое, к чему пришлось привыкнуть, это то, что рисуешь на столе, а изображение появляется на экране. Рисовать можно, начиная с рисунка, ну, как, собственно, и положено делать. Можно рисовать, как говорят художники, от пятна. Ну, я выбираю второй способ, потому что он, ну, он более такой, я не знаю, интуитивный, наверное. Сегодня Дмитрий должен нарисовать 50-й портрет. Начинается все с поиска интересной фотографии. В этот раз выбор пал на Джона Леннона. Начинаю с того, что грубо набрасываю фон. Вот прикидываю, как это будет смотреться по тонам. Общий силуэт. Самый общий. Проект «Портрет. Каждый день» Дмитрий задумал для саморазвития. Чтобы совершенствоваться, рисовать нужно много. А так появился настоящий стимул. Тем более, что теперь за творчеством Лепчанина следят и сами музыканты. Дальше был Алекс Клэр, что меня удивило немало. Но это, опять же, фактор интернета, который стирает границы. Вот. Это такой музыкант, я считаю, очень большой величины. Он написал «Вау» под своим портретом. Дмитрий надеется, что в будущем откликов будет больше. А когда закончит последний 365-й портрет, организует выставку. Главное – продержаться год и не отступить от задуманного. Наталья Медведева, Юрий Талдыкин, ТВК Новости.